Сейчас мы 50% лонжеронов для рам покупаем на стороне. Это Бельгия, это Белоруссия. Вот. В среднем по цене это в два раза дороже, чем собственное производство. На этом комплексе мы решим сразу несколько проблем по качеству, то есть мы добьемся 100% гарантии по геометрии рамы. Вот сегодня это все-таки является у нас проблемой. Ну и второе – это стойкость лакокрасочного покрытия, коррозионная стойкость. То есть она вырастет в 4-5 раз, и мы наконец-то прекратим слышать от наших клиентов, наших потребителей о том, что КАМАЗ всегда ржавеет по ходовой части. Мы собираемся все автомобили переводить на рамы с прямым лонжероном. Вот, и здесь же будут изготавливаться лонжероны для рам нашего акционера ДК «Рус». То есть здесь будут рамы делаться и для «Мерседеса».